Добрый день. Возникла проблема с принтом. Давайте разбираться, что не так. Здесь получилось залить цветом, здесь не получилось. Вот в этой заливке проблема. Я обычно для того, чтобы посмотреть принт, беру его в более большом формате, но чтобы было видно, на маленьком окошке не видно, вот здесь режется цветочек. Так, а как мы будем это все смотреть? Я беру объект, он залит, видите, выделен. Вот здесь отсюда вытаскивается, соответственно, раппорт. Смотрим. Что-то здесь много всего странного. Давайте мы попробуем этот раппорт поправить. Что я делаю? Я уберу вот это, я уберу вот это, я уберу вот это. Вот, у меня чистенький раппорт. Все с ним хорошо. Сейчас будем смотреть, как его поправить. Можно править так, а можно править прям тот раппорт, который уже есть. Сейчас мы попробуем, во-первых, двойным кликом войти в режим редактирования. Так, сейчас, секундочку. На чистом месте это сделаем, а то я не вижу всего, что происходит. Вот. Так, цветочки. Монтаж на передний план не выходит, да? Что-то с этим цветочком не лады какие-то. Ну, если прям совсем не лады, можно, конечно, сделать. Мне вот здесь вот этот цветок не нравится. А поскольку в режиме редактирования я не вижу вот этих цветов, чтобы они себя вели адекватно, тогда мы сейчас начнем с редактирования рапорта отдельно. Соответственно, что я сделала? Я все очистила, да? У меня получился раппорт. Давайте посмотрим. Должен быть фон и должен быть... А прямоугольник где? Вот в этом и проблема. Квадрат, на котором все лежит. Ну, квадрат, прямоугольник, в зависимости от того, что у нас есть. И нужно еще один создать. Ctrl-C, Ctrl-B. Без цвета контура, без цвета заливки. Вот у нас прямоугольник основы. Вот прямоугольник, который просто без ничего. Соответственно, вот этот чистый прямоугольник должен лежать в самом низу. Как это понять? Я вот так выделяю. Что там у меня такое выделилось дополнительное? Это не надо. Вот. У меня выделен квадрат без цвета контура, без цвета заливки. Убедились. Теперь всю эту красоту запихиваем сюда. Так, почему-то он видит еще какие-то объекты. Интересно, что он видит. Вот что-то такое тут видит. Это надо убрать. Это лишнее. Оно нам мешает. Оно не нужно. Еще раз выбираем. Вот, теперь все правильно. Закидываем. Хорошо. Что теперь делаем? Теперь берем, заходим в чистое пространство, чтобы нам ничего не семенило. Двойной клик. Солнцезащитная маска. Так, обтравочная маска нам не нужна. Давайте-ка мы... Какая-то обтравочная маска в рапорте. Смотрим, на что-то она отругалась на меня. Какая-то обтравочная маска. Вот она. Она нам и мешает. Это то, что я только что, видимо, удаляла. То есть при создании что-то там куда-то не туда. Вот это вот что такое? Какая-то штука. Так, есть тут обтравочные маски. Ну-ка, на что она ругаться может на меня? Создать. Нет, не вижу. Давай еще раз. Что-то там. Вот, теперь нормально все. То есть там что-то куда-то заклинило, какая-то обтравочная маска или еще что-то. Так, что теперь тебе не нравится, моя красавица? Давай показывай. Этот выходит, этот не выходит, да? Спокойно. Смотрим. Почему вот этот цветок у меня не идет? Вот это хороший очень вопрос. Почему он не идет вперед? Что ему мешает это сделать, я не понимаю. Хотя по всей логике он должен это делать. Так, настройки, смотрим. Показывать края затемнения копий 3 на 3. Показать границы объектов. Переместить. Так, вот. Теперь расширяем. Сейчас сузим.
Вот. Это мы создали. И вот теперь уже будем спокойно корректировать. Пошел на все? Этот цветочек пошел? Ну-ка, давайте посмотрим. Опять не идет. Да что ж такое-то с этими цветами? Что-то с ними не то. С самими цветами не то. Так. Сейчас я сделаю готово, но мне не нравится тот рапорт, который получился. А когда такая ерунда, я пробую создать на новый, соответственно, документ. Скопируем туда вот эту штуку. Сейчас будем разбирать просто. Что-то не так в самом рапорте, не так. Что-то где-то там намудрили, какой-то неверный объект. Что конкретно, не знаю. Что-то тут, видимо, какие-то сложные сочиненные объекты. Так, попробуем тогда по-другому. Берем без цвета заливки. Создаем. Так, что у нас с этим цветочком радостным? Видно, двигается, двигается. Вот. Тогда сейчас в первую очередь делаем без цвета заливки. Смотрим, чтобы у нас был раппорт равномерный, чтобы все было так, как нам надо. Да? В общем-то, я не вижу, да, вот бесшовно достаточно получилось. Здесь даже какое-то наложение прикольное. Можно, конечно, его убрать, если оно не нравится. Вот. Создали. После того, как мы создали без цвета контура, без цвета заливки, говорим готово. Проверяем. Бесшовно, я не вижу проблем. Так, и теперь добавим туда цвет контура. Как мы это сделаем? Мы вытащим эту заливку. Точнее, не цвет контура, а цвет фона. Мы его вытаскиваем. Вот он наш раппорт. Вот он наш прямоугольничек замечательный, да, который является Ctrl-C, Ctrl-B, монтаж на задний план. У нас там какой-то средний серенький был, да? Ну, вот условно. В зависимости от того, какой нужен. Так, и у нас должен остаться цвет без цвета контура, без цвета заливки. Еще прямоугольничек в самом низу. Это принципиально. Вот не этот, а? Вот. Нет, это не то. Что-то не так опять. Тогда делаем еще один дубликат. Что тут у нас такое зацепилось? Какая-то еще обтравочная маска? Вот что-то она цепляет, этот цветок. Травочной маской какой-то странный. Монтаж на задний план. Видимо, цветы созданы таким способом. И я так понимаю, что это, скорее всего, была трассировка. И из-за трассировки идет какая-то ерунда. Сейчас проверим, получилось у нас или нет. Да, получилось. В общем, в чем смысл? Когда вот так барахлит фон и никак не получается, мы убираем фон, создаем сам принт без фона. Потом, когда программа уже поняла, как создался этот принт, вытаскиваем вот этот вот раппорт без фона и уже к нему доделываем фон. Вот прям можно пересмотреть видео, так как я делала, да? То есть сначала я собрала его без фона, потом его вытащила, вычленила. Там уже программа сама автоматически вычленяет вот этот квадрат или прямоугольник, и туда подкладываем уже фон, и тогда будет ровно. Бывает, сбоит. В данном случае проблема в том, как создавались эти цветочки. То есть либо они из шрифта вытащены, наверное, я так думаю, да, либо они сделаны трассировкой, а в таких случаях бывает, что там какие-то сложно сочиненные объекты, какие-то скрытые монтажные эти обтравочные маски и так далее, и оно может давать такой эффект. Поэтому тоже очень сильно зависит от того, как создан объект. Ну, естественно, не должно быть никаких заливки в заливке. Вот, так что поправилась, вычленилась, пробуйте сделать, потом жду ответа.